вообще можно сдать билеты? Принимаете? Нет, наличных у нас нет. Если только по карте, да, делаем заявочку, и они там по карте возвращают. Поняла. А те, кто покупал за наличку, им как поступать? Вот надо ехать на вокзал Орск, Новотроицк и Никель. А если режим самоизоляции строгий? Нет, он не строгий, туда можно ехать. Уверены? Конечно. А много тех, кто за наличку уже приходили возвращать? Да, конечно, вообще куча-куча. Всех в Орск отправляете? У нас здесь что, я могу места снять, но потом все равно вам в Орск ехать. Смысл? Угу. И мне кажется, с этим не надо тянуть, мало ли, сейчас и в РЖД деньги закончатся.